Дисциплина пулит в прыжки. Я рассказываю просто правила. Значит, у вас точно так же дается 90 секунд. Точно так же время начинается с двух хлопков. И вы отрабатываете упражнение прыжки. Собака должна оторвать, во время прыжка оторвать 4 лапы и хорошо ухватиться за пулю. Это будет означать, что у нее 2 балла. Если она отрывает только передние лапы и хватается за пулю, это означает, что у нее 1 балл. Хватка должна быть крепкая и четкая. Как вы будете менять пулеры, не имеет для меня значения. Вы можете пулеры менять в руках, но точно так же, если собаку заклинило и вы не можете, вы можете дать пулер, бросить, дать, потом поднять, бросить. Все зависит. Главное — скорость и количество прыжков. Как вы это сделаете, не имеет значения. И вы должны находиться в середине этого квадрата. Напоминаю про технику безопасности во время прыжков. Техника безопасности хендлера. Вы подаете руку вот таким вот образом. Не вот так вот, не вот так вот. А именно так. Так, чтобы собака была не могла упустить вам руку. Но самое главное — безопасность ваших собак. Мы не даем собаке прыгать свечой. Собака всегда должна двигаться вот так вот. Свечкой прыгать нельзя. Два предупреждения, третье я буду снимать с ринга. Это опасно для вашей собаки. Что значит свечкой? Вы поднимаете пулер, собака под вами, и вот так вот прыгает, и может вот так назад упасть или еще как-то. Всегда вскользь. Для этого вам нужно двигаться по рингу. В принципе, все, вопросы есть? Нет. Есть какая-то собака, которая хорошо прыгает, чтобы я показал, или кто-то покажет? Можно маленький. Да, можно маленький. Еще маленький, правда, я не понимаю. Давай. На кого маленький? Вот смотрите, собака заклинила. Опа! Если у вас не получается переключить, значит, вы отпускаете, ничего, работаем дальше. Давай. Давай. Хорошо, давай. Все. Молодец.